Всем привет! Сегодня хочу с вами посмотреть игру. Называется она Ori and the Blind Forest от создателей Microsoft Studio и Moon Studio. Окей. Выбираем уровень сложности. Всегда выбираю нормальный для начала. И да, это очень красивая игра, просто вот вы видите, да, мне кажется, тут без комментариев. Создатели игры здесь вообще очень постарались, мне кажется. Вложили душу, как говорится, сделано с любовью, реально. Оу. Как красиво. Такое ощущение, как будто мультфильм смотришь. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Окей, мне кажется, очень затянули этот момент с листочком. Можно было его как-нибудь сократить. Уж очень долго оно летит. О, кто это здесь? Какая милаха. Так, можно играть уже? Он так тяжело управляется, он так медленно ходит. Вы, кстати, замечаете стыки вот эти, когда заканчивается видюха и начинается геймплей? Я лично не очень это все наблюдаю. Вот закончился геймплей, началась видюха. Я вообще как бы стыков никаких не вижу, разбежностей никаких не вижу. Все очень плавно, все очень красиво. Какая милаха. Очень красиво, просто такое ощущение, как будто играешь в мультфильм. Это первая игра, которая настолько красивая, и в которой я не различаю, где видюха закончилась и где начался геймплей. Друга потерял, давай, 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 ищи! Вот он! Окей, мы видим, что они любят апельсины или мандарины, что это такое. Да, там много, много еды. Нам нужно туда. Очень красиво, очень круто. Ну, большой прям обжирается по полной.
О, сейчас что-то произойдет. Ну-ну. О боже, что это? Что случилось? Такие миленькие. О, как все серо. Нет еды? О, ужас. О, боже. Я думаю, в такой-то серости. Какой милашка, молодец. Давай, давай, помогай другу. О, вы это видите? Воспоминания. Создатели просто круты. Это очень красиво. Это даже не то, что красиво, это душевно. Такое ощущение, как будто ты принимаешь участие в мультфильме. Это круто. О нет! О-хо-хо. Неужели умер? Ну как? Конечно. Снова. Oh.
Бедненький. Ну, давай, вставай. Давай. Давай. И кем мне играть теперь, если все умерли? Все, конец игры. Окей. Теперь, наверное, начнется геймплей. О, да. В общем, как вы заметили, это очень красивая игра, очень увлекательная. Мне кажется, детям очень понравится, особенно детям, потому что она как мультик, реально мультик. И дети будут чувствовать, что они принимают участие в этом мультике. Поэтому я очень даже советую вам скачать эту игру хотя бы для детей. Но лично я была в восторге, мне очень понравилось принять участие в обзоре и... Оу-оу-оу-оу! О нет, кто-то сейчас умрет. И я оставлю ссылку внизу, где можно скачать эту игру. И надеюсь, вам понравилось это видео, понравился этот обзор, потому что мне очень понравился. И я желаю вам удачи, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!